Я очень рад присоединиться к вам во время проведения этого всемирного события. Наша компания продолжает уверенное продвижение вперед, и вместе мы сделаем 2011 год успешным. Наш президент Джон Вотсворт назначил меня на такую должность, выполняя которую я постоянно работаю в контакте с вами, и такая возможность общения обогащает мою жизнь. Ежедневно я и моя команда работаем ни на минуту, не забывая о вас, тех, для кого мы выполняем нашу работу. Мы работаем на ваш успех, разрабатываем все новые инструменты и создаем возможности для вашего успеха. Я хотел бы обратиться к вам, нашим партнерам по бизнесу TNI, и поделиться с вами своими идеями о том, почему 2011 будет успешным, а также сделать некоторые заявления. Ваш успех в 2011 и на многие годы вперед будет обусловлен двумя ключевыми моментами. Первое – увеличение числа важных для бизнеса, то есть качественных подписаний. И второе – повторение вашего успеха членами вашей организации. Под качественными подписаниями я подразумеваю такое вовлечение людей в бизнес и использование продукта TNI, при котором это полностью отвечает их запросам и требованиям. Качественное подписание может быть тогда, когда между вами и потенциальным партнером или потребителем устанавливаются отношения доверия. Это может быть только тогда, когда хорошо подается информация и идет постоянный мониторинг того, какие результаты дает потребление продукции. А при построении бизнеса TNI предпринимают совместные усилия, не должно быть спешки и при подписании. Такая система ведет к стабильности бизнеса, повышает количество независимых консультантов и подписанных клиентов. Вот на чем необходимо фокусироваться в следующем году. Если мы говорим о 2011 году, то кроме нацеливания на качественный прирост вашей структуры, то же самое должно наблюдаться и в вашей нижестоящей структуре, то есть должно произойти качественное расширение вашей организации. Дублицирование – это то, как расширяется ваш бизнес, захватывая все новые области и получая доступ к новым клиентам. Чтобы оценить рост организации, в следующем году определите количество независимых консультантов, которые активно подписывают, привлекают новых партнеров с первого по четвертое поколение. Если количество новых партнеров будет расти, я гарантирую, что и бизнес будет расти. И даже более того, он будет расти стабильно. Так что помните, увеличить количество качественных подписаний в ваш бизнес и увеличить количество независимых консультантов, которые активно подписывают, привлекают новых партнеров в ваших четырех поколениях. 2011 будет успешным для вашего бизнеса. Мы будем наблюдать постоянный рост, чему будет способствовать запуск новой продукции, а также новые инструменты и системы, разрабатываемые для развития вашего бизнеса. И у нас будет в этом году много интересного. Знаете, я так рад, что у меня есть возможность сегодня сделать несколько потрясающих объявлений. Итак, начнем. Как вы все знаете, самое важное событие – это МКЛ, Международная конвенция лидерства. В этом году это будет феерическое событие, посвященное 15-летию нашей компании. Мы арендовали для этого второй по величине в мире круизный лайнер, и через несколько недель состоится МКЛ-2011. На котором мы будем путешествовать по Карибам. Это будет потрясающее событие, полное веселья, отличных тренингов и других незабываемых событий. А в конце, как обычно, мы должны будем объявить о месте проведения МКЛ-2012. Но мы сломаем этот стереотип и объявим об этом сейчас. Вы готовы? Вы должны быть на этом МКЛ, на МКЛ-2012. Доверьтесь мне, это событие будет кульминацией всех годов подготовки и стратегии. Вы хотите знать, где состоится МКЛ-2012? МКЛ-2012 будет проходить с 18 по 22 апреля в Солт-Лейк-Сити, штатах Юта, США. Мы возвращаемся домой, туда, где мы начинали 15 лет назад. Мы рады принимать у себя весь мир, и мы хотим, чтобы каждый независимый консультант принял в этом участие. И чтобы помочь вам в этом, мы упростили квалификационные условия на получение бесплатного проживания и перелета. Каждый независимый консультант, кто строит свой бизнес, сможет выполнить эти квалификации. Это просто. Квалификационный период длится с 1 января по 31 декабря 2011 года. Квалификация базируется на накоплении нового ISQV-4 за счет новых подписаний и появления новых элитных кораллов. Фактически, чтобы квалифицироваться на поездку, независимый консультант должен вырастить двух новых элитных кораллов в течение года. Квалифицироваться по новому ISQV-4 очень просто. 30 тысяч нового ISQV-4 дает вам право на 2 ночи проживания в гостинице. 40 тысяч нового ISQV-4 – 4 ночи проживания в гостинице.
Авиаперелет также может быть оплачен компанией. 60 тысяч новая SQV-4 – это 4 ночи проживания в гостинице и один авиабилет туда-обратно на МКЛ. И, наконец, 80 тысяч нового SQV-4 – это 4 ночи проживания в гостинице и 2 авиабилета туда-обратно на МКЛ. Это просто. А сейчас, чтобы у вас был дополнительный стимул, мы решили поощрить особенно тех, кто полон стремления начать. У нас будет новая промо-акция, называемая «Юбилейный заряд». Это глобальная промо-акция, базирующаяся на квалификации для МКЛ 2012. В ее выполнении могут участвовать все независимые консультанты. Вот как она работает. Есть два пути ее выполнения. Во-первых, в честь 15-летия компании мы выпустили юбилейный нагрудный знак. Чтобы получить этот знак, помогите лично спонсированному вами независимому консультанту достичь квалификации «Элитный коралл» в первом квартале 2011-го. И все. Любой из вас может это сделать, и вы получите такой знак. Получение знака означает, что вы уже начали выполнение квалификации на МКЛ 2012. И чтобы получить дополнительный бонус, наберите 15 тысяч баллов нового SQV-4 в первом квартале этого года. За своего элитного коралла и не менее 15 тысяч нового SQV-4 в первом квартале TNI компенсирует вам $500, потраченных на поездку на любое событие TNI, или отличное электронное устройство, которое будет определено для каждой страны в отдельности. Этот год будет прекрасным. Мы благодарим вас за то, что вы делаете. А далее я хочу передать слово очень важному человеку, члену нашей команды, который отвечает за ваш рынок. И он расскажет более детально о том, что ждет нас в следующем году. Спасибо вам за внимание и до скорой встречи.